Я дома. Хорошо, я ужин готовлю. Заехал в магазин за продуктами? Да, конечно. Машину помыл? Помыл. А маму мою с днем рождения не забыл поздравить? Конечно, не забыл. Даже цветы завез. Умничка моя. А проголосовать заехал? Нет, не успел. Солнышко, да какая разница? Без нас не выберут, что ли? Ты хочешь нашего ребенка без материнского капитала оставить? А нас без семейной ипотеки? А деньги на свой бизнес ты где собрался брать? Без льготного кредита обойдешься, а? Я успею. Я успею. Успел.